На встречу года кролика, на удачный год, к богам Востока. Взять два черных алтаря, на них положите блины или пирожные, и немного меда и монетку 5. Монетку кинуть в мед, чтобы утонуло. Если купюры, то положить под мед, сказать. В дар богам Востока на Восточный Новый год. На вторую порцию блинов. В дар умершим, которые помогают на Восточный Новый год. На мед с монеткой говорим. Откупаюсь и провожаю год тигра. Мед и деньги тебе отдаю, чтобы ты не терзал меня. Отпусти свои когти и терзай моих врагов. И так пусть навеки твои когти в моих врагах останутся. Откуп прими. И продолжаем. Новый год, год кролика, сладость прими, не сладкий год пошли, прошу заклято. Рассказать, кто враги, все стоит на алтаре. После суток отнесите на перекресток. Это можно делать заранее, можно в самый момент. Но сладкое тут нужно обязательно. Больше всего они любят мед. Монетка, учтите, очень быстро тонет. Монетку мы показываем цифры вверх. Если вообще находить, и людям мы дарим цифры вниз, потому что это больше приносит счастья и удача, а вверх считается даже потратить деньги, то силами совершенно наоборот поступаем, потому что они видят сверху. Причем они видят даже не так, как люди видят. Даже часто говорят вот тут, а это получается как бы немножко в другом месте. Они по-другому смотрят, у них по-другому зрение совершенно устроено. Поэтому мы показываем, что мы им приносим, что мед — это очень известный и старинный способ подношений. Это тоже все знают. Мед они очень любят. Если у вас купюры, ну капните немного меда на купюры. Если вы их оставляете, купюры, на перекрестке, и их подберут, это не ваше дело, не ваша проблема. Это не значит, что вы порчу делаете. Они могут даже захотеть это кому-то дать. Если вы бумажку ложите, ну, в зависимости, какая у вас страна. Просто к монетам они больше привыкли. Почему к монетам? Потому что это золото и серебро. Это ходило раньше и в других мирах до сих пор в ходу. Именно золото и серебро, бриллианты, а не бумажки. Бумажки — вот это наш мир, поэтому они... Но они также берутся в любом случае. Больше всего им нравится черное стекло. Стекло им больше нравится, чем фарфор. Прозрачное и черное. А если стаканчики такие рифленые? Не знаю, почему вот стекло им нравится рифленое.